Как сообщили некоторые СМИ, случилось все из-за аварии на Кубани. Якобы сбои произошли в Краснодарском крае из-за аномально высоких температур на линии, которая снабжает полуостров электричеством. Однако в своем микроблоге глава региона Вениамин Кондратьев эту версию опроверг. Техническую неисправность системы обнаружили в Ставрополье. Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго России написали, что причина – жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения – сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция «Центральная». Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана, наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму через энергомост. Сейчас в Крыму частично восстановили подачу электроэнергии. В ближайшее время свет вновь появится на всем полуострове.